Они всегда готовы прийти на помощь. В гости к щелковским спасателям заглянули учащиеся 6-х и 10-х классов школы номер 17. Мальчишкам и девчонкам провели ознакомительную экскурсию по спасательной станции. Показали, какая именно техника используется профессионалами в процессе их ежедневной работы и как именно они ей пользуются в чрезвычайных ситуациях. Все, что касаемо разрезать, разжать, сжать, отодвинуть автомобиля, этот инструмент может достаточно с легкостью. Такие мероприятия проводятся часто. Это мероприятие делается для того, чтобы наши юные жители городского округа Щелково, учащиеся школ, понимали и знали, как работают спасатели, как правильно себя вести в чрезвычайных ситуациях, что делать элементарно, как оказать помощь, быть в курсе. Заинтересовать подрастающее поколение непросто, но щелковским спасателям это удалось. Школьники остались под большим впечатлением от всего увиденного и услышанного и узнали много нового. Я узнала то, что спасатели, даже те, которые пожарные, у них тоже есть разные шланги, потом гидрокостюмы для меня было достаточно новым, корги мне очень понравились. Я знакома с Марусей, ее командой, уже они к нам приезжали, я еще раз их погладила. Ну, самое интересное, конечно, это доступность и возможность поучаствовать, увидеть. В завершении экскурсии ребята смогли сфотографироваться с бессменным талисманом щелковских спасателей корги Марусей Леонидовной и другими четвероногими друзьями. Также юные гости выпили горячего чая с вкусным печеньем, специально предоставленным членам корги отряда Марусей и друзья. Спасатели, вперед! Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.